Всем здорово, на связи Рэпер Трейдер. Да, много не было видосиков, долго я уже не выпускал видео, потому что много очень работы в группе, много очень сейчас работаю, просто целыми днями. Занимаюсь сейчас продажами. Отлично, не успел поставить, ну вот шикарно. Занимаюсь продажами, был в путешествии, скоро будет новый вложик с путешествия. И сегодня вот наконец-то уже вот сколько, 1:35. Решил уже наконец-то записать видео. Просто я сейчас хотел записать такое разговорное видео, потому что вот общаюсь сейчас с людьми в группе, очень много ошибок. Очень много ошибок, хотел бы рассказать про все ошибки. Видите, закрыл я себе клавиши, так как поставил на управление клавиатурой. На Q и на R. Так, первую мы доллар проиграли, следующая будет 3 доллара. Довольно, в принципе, таки удобно на клавиатуре играть. Итак, давайте поговорим об ошибках и какие есть ошибки в группе. Просто, ну, работаем в группе, общаюсь я с людьми, много мне там пишут сообщений, как именно ставить, как своим депозитом там правильно управлять. Итак, самая распространенная ошибка, народ, это маленькие депозиты, это 10 долларов. Я уже в группу, кто хочет с 10 баксов, я просто уже в группу не беру, чтобы потом не было ко мне никаких претензий. Люди даже говорят, рэпер возьми, и так никаких претензий не будет. Мы хотим торговать, вся ответственность лежит на нас. Народ, изначально вся ответственность лежит на вас. Но я не хочу брать, чтобы люди, не хочу брать, чтобы люди сливали деньги. Из 10 долларов я не беру. Потому что лучше подкопите. Ну подкопите 40-30 долларов. Вот есть такие люди. Я раньше брал с 10 баксов. Они уже слили 3 раза по 10 долларов. Ну смысл вот. Вы все равно типа потом еще раз несете эти деньги. Потому что вы хотите отбить. Так несите мало, то есть несите, подкопите там 30-40 долларов и себе нормально зарабатывайте. Ну из этого следует вторая такая ошибка. Вторая следует из этого ошибка, это жадность. Ну это будет всегда, все всегда хотят с 10, с 20 долларов сделать 200 или 300. Ну это глупо, народ, я еще раз повторяю. Это глупо таким заниматься. Несите на хорошую сумму 150 и потихоньку делайте, не гонитесь. Делайте в день там по 10, по 20 долларов, в зависимости от вашего депозита. Умело управляйте своим банком, и все будет отлично. Не нужно никаких разгонов, не нужно с десятки делать никаких 200 долларов. Вы просто это не сделаете. 90% не смогут так торговать. Конечно, есть люди, которые из 20 у меня там и 80 поднимают, и 100. Так что вторая распространенная ошибка в группе. Я просто уже хочу больше заниматься как бы группой, потому что мы там общаемся, я торгую, там все, короче, торгуют. Вот давайте на повышение. Один. Два. И еще здесь поставим 3 доллара. Еще раз повторяю, ставить частями всегда хочу. Просто вот вы смотрите все мои видеоролики, а как-то оно не сильно вам доходит. Просто хочу больше уже работать в группе, то есть и все видео как бы вот. Ну что-то, короче, вам давать полезное, потому что с каждой торговли идут, следуют уроки. Я хочу вот по этим вот всем вашим ошибкам все рассказывать. Дальше много... Ой, ну блин, ну на последних. Давай вверх. Да, отлично. 2-1. Да, есть. Много есть людей в группе, которые торгуют и на Binomo, и на Олимпе. То есть у них еще поставались аккаунты на Олимтрейде, а я беру в группу тех людей, которые... Я беру в группу только через Binomo. То есть они торгуют там и там. И народ, и такие ситуации ставят одинаково, что на Олимтрейде, что на Binomo. И на Олимтрейде закрывают в один пункт. Сделка одна и та же. Ну понятно, люди там не успевают поставить в одном и том же диапазоне, понятно. Но есть много таких ситуаций. Люди пишут, на Binomo плюс Олимтрейд закрыл в один пункт. Народ, уходите с этого Олимтрейда. И при том торговать там и там, это вообще очень неудобно переключаться между графиками. Давайте здесь поставим на повышение.
1 евро на повышение. Так что вот так вот, такие вот ситуации рассказал. Недавно была даже ситуация в группе, одного чувака слили. Ну, во-первых, он сам типа допустил ошибку, он сам мне написал в комменте, но какая была ситуация? Идет прогноз, прогноз идет плюсовой, у всех плюс и у человека минус, и он скидывает скрин. Alimtrade закрыл его в один пункт, он торговал на Alimtrade. Если у вас минус, значит вы что-то сделали не так. А, не успел поставить. То есть у людей может быть минус не из-за того, что они что-то там перепутали, натупили, не выбрали не ту валютную пару, а просто из-за того, что они торгуют на Alimtrade. Alimtrade им закрыл в один пункт. Их закрыл в один пункт. Так, все, все, произошел. Вот у нас появился сигнал, но мы, говорю, этим сигналам не доверяем. Ждем, потому что может быть еще быть просадка. Сигнал появился, все хорошо. График может быть будет падать дальше. Две сильные свечи. Давайте мы можно даже зайти. Вот, пошло повышение. Давайте еще подождем немного. Ну все, я думаю, можно заходить. Все, зашли мы. Насколько мы зашли? На долларов 7-8 мы зашли на повышение. Да, пока плохо, выстрели вверх, да, давай, еще. Вот, закрылось, плюс 9 баксов. Короче, со скольки я начинал, не помню. Короче, все, хватит на сегодня. Вот так вот, ставка частями немного нам отбила. Итак, поговорили мы о группе, я планирую еще выпустить парочку видосов о... Именно про сигналы, потому что не сильно получается торговать и запиливать видосы, заявки еще все обрабатывать, все в куче, народ, очень сложно. Так что планирую еще видосы по сигналам, по новостям выпустить и по индикаторам. Показать вам, как правильно торговать по индикаторам, по этим стрелочкам. Как анализировать, типа, и не всегда доверять этим стрелочкам, а входить просто по своему анализу. С вами был Rapid Trader, учимся на своих ошибках, это самое главное. Учимся, и в чем прикол учиться на ошибках? В том, что в следующий раз ошибки вас только учат, потому что в следующий раз вы уже будете более подготовлены и уже не будете повторять свои ошибки. С вами был Rapid Trader, всем пока.